Ей 37, она мастер спорта по художественной гимнастике, бывший депутат Государственной Думы и многодетная мама. Звезда сериала «Универ» показала трех своих сыновей. Старшему Ивану уже 8, Максиму 7, а самому младшему Василию только 4 года. Мария живет в церковном браке с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым обвенчалась в Ницце за 4 месяца до рождения своего первенца. Красивая и счастливая семья. А как вы считаете?